Ребята, всем привет! Вы на канале 128, и смотрите, какую я штуку обнаружил с треснутыми. Есть какая-то секретная функция. Может быть, вы мне поможете с этим разобраться. Вот такие вот треснутые у нас есть, да, которые мы собирали. И смотрите, что я обнаружил, друзья. Они почему-то все очень боятся моей левой руки. Ну, почему, не знаю, рука как рука. Вот как бы. Давайте я вам покажу, как стоит мне только поднести свою руку к кому-то из них, как сразу происходит. Вы видели это? Давайте к следующему попробуем. А правую руку не боятся. Смотрите, еще раз левая рука. И стоит мне поднести правую руку, как они уже не боятся ничего. Как вы видите, это обычные треснутые. Тут ничего такого нет необычного. Обычные треснутые. Как и эти двое. В чем же, интересно, секрет? Как вы думаете? Давайте проверим на следующих. Стоит мне только поднести руку. А к следующему? А к этому? Вау! Кажется, они очень испугались моей руки. А если и этот боится? Друзья, что происходит с ними? Я просто не знаю. А что, если их немножечко так напугать этой рукой? Боятся, боятся, ребята. Что происходит, я не знаю. Стоит мне поднести правую руку. Вот, смотрите, правую руку. И ничего не происходит. Ни с одним из треснутым ничего не происходит. Как вы видите, обычный треснутый. С карандашком внутри. В чем же загадка, интересно? Как вы думаете? Кто-нибудь из вас уже догадался, в чем может быть дело? Давайте еще разочек я вам покажу. Вот моя левая рука. Только я ее подношу. И начинаю... Оу, смотрите, что с ним происходит. Я могу им управлять, кажется. Или двумя сразу? Нет. А этот? Вау. Началась битва. Битва треснутых. Убираю руку, и все нормально. Давайте попробуем с той парочкой. Вот, они уже сразу боятся. Стоит мне только приблизить свою руку. Особенно красный. Закрутился, как волчок. Вот, они тоже начинают драться с зеленым. Вы посмотрите, что происходит. Убираем руку. Кстати, они собрались в какую-то очередь, смотрите. А что если только один палец? Даже одного пальца они боятся. Ух ты! А вся рука их буквально сводит с ума. Ребята, это какой-то просто фокус. А в чем дело, я не понимаю. Может, давайте возьмем треснутого целого. Вот запакованный пакетик, как вы можете видеть. И попробую поднести. Нет, ничего не происходит. Нет, смотрите, происходит. Вместе с тем. Розовый как будто говорит ему, не подходи к нему. Ох, как его потряхивает. Смотрите, что-то с ним все-таки происходит, с этим пакетиком, хотя я до него не дотрагиваюсь. А в чем же секрет, интересно? Кто-нибудь догадался, друзья? Интересно. А если... Вот моя левая рука, вот моя правая рука. Правой руки не боится ни один из них. Ну, только разве что покачиваются, когда я дотрагиваюсь до них. Стоит мне левую поднести поближе, и сразу происходит что-то невообразимое. Прикольно. А давайте теперь попробуем их поставить всех вместе в кучку. Для этого... Правой рукой соберем их здесь.
Так, ребята, скучковались. Может быть, вы, когда вы все вместе находитесь, вам не так страшно. Сейчас мы это проверим. Ну вот, смотрите, вот сейчас они остановились, ничего с ними не происходит, вот вплоть до того, когда я дотрагиваюсь до них. А стоит только поднести мне эту руку, как сразу что-то укатывается, дерутся. Происходит что-то непонятное с ними просто. О, построились в какую-то интересную фигурку. Но уже не так. А, нет, вот смотрите, снова их начало колбасить. Прямо какая-то дискотека. Кажется, эти треснутые сходят с ума. Интересно. Вау. Кажется, кто-то из них затеял побег даже, друзья. Один убежал, а второй... Он зовет с собой второго. Все-таки прикатились обратно. Очень забавно. Что-то они там вместе трут между собой. Стоит только приблизиться. Что такое? Ну что, друзья, как вам такой эффект? Понравилось? Я думаю, что любой из вас сможет это сделать. Нужно немножечко только включить смекалку. А кто сразу понял и догадался, обязательно напишите. Будет интересно послушать ваши варианты. Что же с ними происходит на самом деле? Вот этот, кстати, что-то отбился от стайки. И все отвернулись. Смотрите, только желтый там выглядывает. Друзья, вот такой вот интересного эффекта можно добиться. Напишите свое мнение, как же это происходит и в чем же все это, в чем дело вообще. Это был канал 128, а также новые треснутые вот такие вот прикольные карандашики. Оставайтесь на канале, ставьте лайк, подписывайтесь. Мы будем их очень много распаковывать. Всем пока, друзья.